Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла нарцисса. Для этого нам понадобится 3D-форма нарцисса. Выглядит она вот так вот. Необходима будет основа мыльная. Я буду использовать белую основу. Также нам необходимо будет несколько красителей. В этот раз я буду использовать пигментный краситель флуоресцентный красный и светло-зеленый. Также нам необходима будет отдушка флора, глицерин растительный, несколько термостойких стаканов. И кое-что из инвентаря, а именно пластиковые пипетки, пластиковая ложечка и стеклянная палочка для перемешивания. Далее мы берем красный пигмент. Добавляем туда с помощью пипетки глицерин. И хорошенечко размешиваем. Берем уже растопленную белую основу, добавляем туда полученную смесь. Теперь добавляем несколько капель отдушки. Теперь берем пипетку. И окрашиваем цветок. После того, как все мелкие элементы мыла застыли, мы в растопленную белую основу добавляем отдушку.
И добавляем немного перламутра, для того, чтобы придать основе немного блеска. И все хорошенечко перемешиваем. И заливаем основу в формочку. Лишнюю пену убираем спиртолом и оставляем до полного застывания. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формочки. И вот что у нас получилось. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!